Так, быстро и коротко скажу, что, блядь, меня заебало переснимать это видео из-за того, что, блядь, тут либо мотоцикл проезжает, либо дети орут, либо, блядь, грузовик проезжает, либо, блядь, спортивная машина. Я в ахуе. А, еще и эти были, блядь, как его... Пьяницы подрались, блядь, бутылки поразбивали. Охуеть можно просто, пиздец, это невозможно в такой, это... работать, блядь, или снимать. Пиздец, окно закрываешь, жарко, блядь, горит везде, все горит, блядь. Похуй, сейчас что будет, что-то звуки будут лишние, блядь, пиздец. Не обращайте внимания, просто слушайте меня, что я буду вам объяснять, и смотрите то, что я буду делать. Так, во-первых, хочу поблагодарить тех людей, которые исправили сервер и работали над тем, что раздуплить доступ к сайту и к Zlow Origin. Во-вторых, спасибо Александру Харламову, вот этому человечку, чтобы он записал видео и показал, как зайти вообще на сайт и получить доступ к этому Zlow Origin. Так, пошли, все, погнали, похуй, сука. Во-первых, заходим на портал slowgames.ru. Когда вы зайдете на сайт, тут будет ссылочка на клиент и на сервер. Нажмем эту ссылочку, откроется вот это, вот этот сайтик. Нажимаем скачать, скачиваем куда угодно, где угодно забрасываем. Нажимаем сохранить, потом это нахуй, потом разархивируем его. Тут находится в этом папочке, в этой папочке находится папочки, папочки находится, папочки находится, короче, в этой папочке находится theclient.exe, который должны мы закинуть куда? Ну-ка, угадайте с трех раз. Да, да, нихуя вы не угадали. Папку с игрой. Если у вас старый theclient.exe, то его нахуй удаляем. Забрасываем этот новый клиент. Запускаем. Откроется вот это маленькое окошечко, где надо вот в почту мыло вписать то мыло, с которым мы регистрировались на Slow MUTK, и пароль. А тут вместо отключиться будет подключиться у вас. А ставим галочку автологин и нажимаем подключиться. Он там какие-то некоторые работы будут проводиться. Дождитесь, пока не напишется вот это. Успешная авторизация как Декас. Декас это в моем случае, у вас там свой ник будет. Потом, когда это напишется, сверните. Надеюсь, это, ну, я-то уверен, что вы это дальше уже знаете, что за процесс происходит, но я уже не знаю, я не верю в то, что вы знаете. Так что, потом... Почему у меня тут две штуки, охуеть? Что его запускал? Ладно, похуй. Потом, когда это подключится, вы его просто свернете. Потом откроете Zlow Games Launcher, откроется... Вот это. Тут будет это Battlefield 4, это Battlefield 3. Вот, нажмете который угодно. Я играю в Battlefield 4, потому что я не люблю ни 4-й Battlefield, ни Hardline и ни Sims. Так, нажмете, в моем случае, на Battlefield 3, нажмете мультиплеер, и тут будут сервера. Вот охуенно. Выберите любой сервер, который вам угодно, где вы хотите зайти, и нажмите просто Join. Join это подключиться. Все. На этом все заканчивается наш сервер. Переходим к раздуплению. Это нахуй не нужно. Переходим к тому, что как открыть доступ к Zlow Origin и сайту. Так. Опять-таки переходим на slowgames.ru, или под видео в описании будет эти айпишники, вот эти самые айпишники, вот эти. Так,
куда надо его закинуть, их закинуть. Или, не знаю, я закидывал только вот этот верхний, вот этот слой МТК. Остальные я не закидывал, потому что они нахер мне не нужны. Это в моем случае. А вы хотите закиньте, хотите не закиньте. Не насрать на это, по-большому. Они на этот хост файл, их надо вообще закинуть в хост файл. Хост файл находится вот по этой, по этому адресу. Windows System 32 Drivers ETK. Сейчас я вам покажу. Вот, мой компьютер, CDisk, Windows, System 32, Drivers. Где это Drivers, хрёбаный? Ох ты, сучка. Да ты тварь, смотри, не хочет, вот она. Drivers, ETK, всегда, иногда происходят такие провалы во время съемок у многих. И они переснимают этот момент, и они просто склеивают, а мне сейчас насрать на это. А вот и хост файл. Короче, Windows, System 32, Drivers, ETK. Ну, это легко запомнить, если не можете запомнить, просто там будет это. В описании это все будет. Так, его можно открыть с помощью Notepad++ или с помощью программы Sublime Text. Та же самая программка, у обеих программок одна функция. Можно редактировать синий файл и тому подобное. Ну, хуйня. Вот, Александр, например, использует как раз-то Sublime Текст, но я никогда с ним не работал, с этим, с этой программкой, так что я не знаю. Мне удобнее вот в Notepad это плюс-плюс это работать. Ссылку скину на обеих программ в описании, так что качайте, которую вам угодно. Так, вот. Когда вы... Так, сейчас. Так. Нажимаем правую кнопку мыши на файле host и нажимаем вот edit with notepad++. Нажимаем, откроется вот это окошко. Вот у меня файлик уже тут, то есть не файлик, а этот, айпишники уже прописаны. Сейчас я их удалю специально. Вот, походу покажу, что сайт slow.m у меня работает. Вот, где она у меня? Вот она. Вот, она у меня работает, я даже вошел, все охуенно работает, оттуда вот фак, например, клиенты, как играть, все тут, блин, все охуенно работает. Так, выйти. Так, отключаем этот. Сейчас я вам покажу, когда она не работает. Сохранить. Так, насчет этого я тоже скажу потом. Вот. А, видите, да? Не работает. Охуеть, не работает сайт. Что мне делать? Ай-яй-яй, проблема, какая проблема? Ой, пиздец, я умру. Охуеть, нихуя ты не умрешь. Сейчас смотри. Легко и просто все. Это нахуй. Открываем host файл. Edit with notepad++. И вписываем сюда вот эти гребаные айпишники. Ну, у меня все-таки один вот этот нужен, но я закину все сейчас. 4. Так, нажимаем Enter. Нажимаем Ctrl-V. Ну, да, Ctrl-V, там вы поняли, надеюсь, что тут, когда вы это вот так делаете, надо нажать Ctrl-C или правую кнопку мыши и копировать. Так, а тут Ctrl-V. Так. Все, сейчас это будем мы сохранять. Сохранить. Программа спрашивает. Невозможно сохранить или файл защищен. И говорит, что вы хотите запустить Notepad++ от имени администратора? Да, спасибо, запускайся.
А потом оно само по себе автоматически перезапустит. А какое чудо, ёб твою мать, 21 век, ёбаный в рот. А потом сохранить нажимаем. И вот, потом это можно тупо отключить и проверим, она сохранила. О, неужели она сохранила, ёб твою мать. Круто, 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 сохранила. А сейчас проверим, сука, если работает сайт. Перезагрузить. Охуеть, все, зашибись, работает, вход. Входим. Капча заебала, блядь. Не туда. О, нормально. Опа-на. Все работает, все зашибись. Вот все. Это вы не вдуплили. Да, сейчас у меня на это ушло. Сейчас я покажу вам, сколько мне ушло на это видео. Всего лишь 11 минут. Это при том, что я просто мозги ебал. Помимо того, что я вам объяснял. Так. Если ничего вы не поняли, все равно вы не поняли ничего, что как сделать, я жду. Пишите мне в личку ВКонтакте. Я вам всем отвечу обязательно. Да, кстати, не забудьте поставить лайкос этому видео. Не забудьте подписываться. Подписываться. Вот что за глупость? В каком смысле подписываться? Я должен был сказать подписаться. Да, не забудьте подписаться. Вот, блин, ну, русский язык забываю. Не русский я, но все-таки забываю. Самоучка, сука. Так, во-вторых, когда вы подпишетесь на мой канал и поставите лайк этому видео, потом поставьте лайкос Александр Харламову на то видео, где он показывает, как все это сделать. И по ходу подпишитесь. Спасибо всем за просмотр. Надеюсь, вы все поняли. И вы не все тупые человечки. Адьос.